тер этот спорткомплекс. Назаров вообще известен как спортивный город, славный своим спортивными традициями. Мы сегодня поздравили двух ребят-чемпионов, которые получили звание мастера спорта международного класса по кикбоксингу. Серьезное достижение. Оба молодых человека у нас члены сборной России. Поздравили их тренера. Ну и самое главное, посмотрели и обсудили тоже планы муниципалитета, связанные с реконструкцией спортивной инфраструктуры спорткомплекса «Шахтер». Здесь тоже без помощи края, наверное, не обойдешься. Объект серьезный, и уличная инфраструктура спортивная, и трибуны, и, собственно, само помещение, все требует модернизации. Здесь, думаю, что муниципалитету есть смысл, что называется, в приоритетах своих этот объект поднять на высокое место.